Вырубал бог и герой. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Боже, ну и дыра. Вонь стоит жуткая. Какая-то слизь на полу. Такое чувство, что здесь что-то сдохло. О, хоть свет есть. Это радует. Так, надо еще найти свет. Что-то делать. Он скоро разломает эту пристройку и доберется до меня. Так, стены вроде бы из дерева. Надо попробовать прорубить одну из них. Так, попробуем. Раз. Давай. Черт, он еще ближе. Они становятся сильнее, когда превращаются. Либо же они перестают чувствовать боль. Скорее всего, второе. Мы всадили в него дюжину патронов, не меньше. Сколько у тебя осталось? Так, посмотрим. Пара патронов... День и ночи, ребята, с вами Егор Линч, и я только что вернулся с охоты на оборотней. И да, это не дом моей сестры. Я, наконец, день снял... Ночи, друзья, с вами Джон, и мы... Мы... Что такое? Да текст забыл, блин. Черт, что ж там было-то? Ты же это вырежешь потом? Да, конечно. Давай, соберись, ладно, Джон. Ладно, ладно, так, все, собрался. Все, все, готов, я готов. День ночи, друзья, с вами Джон... И мой оператор Егор Линч. И сейчас мы находимся на судне, которое бороздит моря и океаны круглый год. Пройдемте за мной в каюту. Этого не было в сценарии. Ладно, ладно, замолчите, дайте ему сказать. Давай, парень, говори. Короче, стояла полиция. Самих полицейских я не успел разглядеть, но как только тот сделал два шага из двери, его тут же застрелили. Я бросился назад. То есть он сейчас мёртв? Там в него всадили целую очередь. Так а почему полиция стреляла? Они говорили, что там перестрел. Может он как-то... Я не говорю, его прям сразу же застрелили. Если бы я не рванул назад, сейчас бы лежал там рядом с ним. Но почему это полиция?